По предварительным данным, 29 апреля 2023 года в 15 часов 53 минуты на автодороге А-229, 25 километр плюс 300 метров, водитель 1963 года рождения, управляя транспортным средством МАН, неправильно выбрал безопасный скоростной режим, не справился с управлением и допустил наезд на велосипедиста, переезжавшего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Велосипедист 1947 года рождения с травмами различной степени тяжести доставлен в БСМП города Калининграда. На месте ему оказана первая медицинская помощь. На месте работают сотрудники полиции и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Уважаемые водители, будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения.